Honda Odyssey, американец, 99-2000 год. У меня есть вот такое вот правое крыло на Honda Odyssey. Сейчас общим планом покажу, после чего покажу уже более детально. Мы закупали машину в Эмиратах, в Литве, Прибалтике. Целиком машину закупали, там же ее разбирали. И потом все запчасти были отправлены к нам в городе Вильнюс. Мы покупаем машины, их там разбирают, потом... потом все запчасти отправляют к нам. Такая вот Honda Odyssey была куплена нами в Вильнюсе. Ее там разобрали, отправили, 3.5. Это мотор там был. Что еще хотел сказать? Американец, в общем, был, 99-2000 года. Вот, посмотрите, по крылу наблюдается большое количество царапин, потому что у нас крылья лежат друг с другом, друг друга царапают. Так. Внешний лицевой вид у него вот такой вот, весь в царапинах у этого крыла. Сейчас посмотрю внутреннюю часть этого крыла. Вот здесь вот есть маленькая ржавчина. Краска отошла. Вот, в общем, как видите, есть большое количество царапин. Вот это вот у нас что? Антенна. Здесь вот. Вот, в общем, в таком состоянии внутренняя часть это крыла. Какой-либо ржавчины прям сильной такой здесь и нету. Есть ржавчина на вот этих вот местах, но она тоже небольшая, маленькая-маленькая. Ну и в принципе все. Вот это вот грязь. Ну это вот к антенне относится. Вот, в общем, в таком состоянии это крыло Honda Odyssey.